Минобороны намерены до конца года сверить учетные данные всех военнообязанных. Комиссариаты граждан вызывают преимущественно повестками. Процедура, подчеркивают в ведомстве, плановая, занимает не больше 15 минут. Сведения собираются у всех, кто состоит на воинском учете. Уже с декабря водителей начнут штрафовать за отсутствие зимних шин. У автомобилистов осталось 2 недели, в течение которых можно законно ездить на летней резине. Они должны быть установлены на всех колесах автомобиля. Глубина протектора при этом не менее 4 мм. Заплатить за нарушение придется до 32 рублей. В Могилевской области набирает обороты кампания по вакцинации. Чтобы предупредить сезонный подъем респираторных инфекций, прививку от гриппа сделали более 32% населения. В республике наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, однако велика вероятность наслоения 2 заболеваний. В Могилевской области проходит благотворительная акция «От сердца к сердцу». Каждый желающий может принести мягкие игрушки, которые 3 декабря передадут детям с инвалидностью. Главное условие, чтобы подарок был сделан с любовью и из натуральных материалов. В городе завершился фестиваль национальной драматургии. Лучшим спектаклем признана постановка «Не покидай меня» Брестского академического театра драмы. Женскую роль взяла Юлия Евтушенко, актриса Бобруйского театра, за роль главной героини в картине «Песя и Янко».